Здравствуйте, дорогие друзья, это канал «На пульсе». С вами я, врач-онколог-хирург Атабеков Игорь. Итак, вы сделали КТ или сделали МРТ, вам выдали диск с вашими снимками. Что делать дальше? Как отправить их доктору? Сейчас я вам расскажу, это несложно. Вставляем дисковод, выбираем в проводнике диск и находим либо папку «Диком», либо у меня здесь вот папка называется «А». В любом случае, это та папка, в которой будет большое количество вот файлов таких вот находиться. Возвращаемся назад. Жмем правой кнопкой «Отправить». И сжатая zip-папка. Хотим поместить на рабочий стол, жмем «Да». Ждем. Это займет некоторое время, пока он скопирует все снимки. Заходим в нашу Яндекс.Почту, если у вас Яндекс. Яндекс.Диск. Загрузить. Находим рабочий стол. И вот она, наша папка a.zip. У вас может быть диком или другое название. Ждем, пока загрузится. Жмем на «Поделиться». И копировать ссылку. Вон сверху наша ссылка. Нажимаем «Копировать ссылку». Заходим в почту. «Написать». В тексте письма правой кнопкой «Вставить» – это наша ссылка. Пишем «Кому?» – имейл доктора. Ну и тему я диком поставлю. Все, жмем «Отправить», ваш доктор получит снимки. Если у вас не Яндекс, допустим, а Mail.ru, то же самое, заходим в почту, вот «Облако» жмем. «Загрузить». Выбрать «Файлы». На рабочем столе вот она опять a.zip папка. Жмем «Открыть». Ждем, пока загрузится. Жмем на вот этот значок. И теперь на этот значок скопировать ссылку. То же самое отправляем по почте доктору. На Гугле то же самое. Если информация была для вас полезна, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Я с вами прощаюсь. До свидания, будьте здоровы.